Короче, я такой утром просыпаюсь, думаю, сегодня надо по-любому покататься, съездить, потому что снег вроде растаял. Выхожу, а на улице просто, ну, вот это вот. А мне нужно, короче, надыбыть один провод специально для футсвича, потому что он что-то не работает, у меня не получается запаять нормально. И один для радиосистемы, который у меня прослужил, наверное, лет 10, и в результате наконец-то сломался. Поэтому я решил, что такая погода меня сегодня не остановит. Стерео джек большой 6,5 есть у вас? Как гитарный, только с двумя вот этими. Да-да-да, он как гитарный, просто с двойной. Типа как аукс, только большой. В общем, проводочка у ребят не оказалось, придется его заказывать онлайн. А теперь домой. Вот именно вот за это вот я обожаю этот велик. Во-первых, он тихий, а во-вторых, в пробочке, а я с ветерком. Какую группу уважаешь? А я не пиро была!